На минувшей неделе специалисты соцслужб провели прием в Петровском сельском поселении. Сотрудники пенсионного фонда, центра занятости, врачи узких специальностей. В их консультации остро нуждаются все жители Славянского района, а тем более те, кто проживают вдали от районного центра. Подробности в нашем следующем материале. В Доме культуры станицы Петровской в этот день собралось немало жителей. Они пришли сюда, чтобы получить помощь специалистов социальных служб. Консультацию проводили работники Управления соцзащиты населения Пенсионного фонда. А также для всех желающих проводилась подписка на газету «Заря Кубани». Вместе с работниками соцсферы в Петровскую приехали и славянские медики. Так что сельские жители, помимо решения личных вопросов, получили возможность заодно проверить и свое здоровье. Измерить артериальное давление, сделать ЭКГ, сдать анализ крови на содержание сахара и холестерина. Получить консультацию узких специалистов – терапевта, невролога, стоматолога, кардиолога и педиатра. Возможность обследовать и выявить на ранних заболеваниях, на ранней стадии какое-то заболевание – это основная цель выезда наших врачей. Хотелось бы напомнить всем жителям, что на всей территории Славянска проводится диспансеризация населения. Обратиться в очередной раз с просьбой посетить свои лечебные учреждения, за которыми закреплены жители, и возможность выявить заболевание на ранней стадии и его предупредить. В течение дня специалистами социальных служб в рамках приема было принято свыше 137 человек. Как показывает практика, для многих жителей отдаленных поселений такие приемы – единственный способ проконсультироваться у узких специалистов, получить всю необходимую помощь. Это очень хорошо. Большая благодарность всем организаторам такого мероприятия. Я, конечно, первый раз, вот День здоровья, все очень вежливые, доброжелательные специалисты. И у нас в Петровской загруженность врачей очень большая, и не к каждому можно попасть. Просто для Петровской это хорошо. Очень хорошо, удобно. Пришел, все, врачи принимают любезно. Улыбается. Нормально. Такие выездные приемы организованы и проводятся по поручению главы Славянского района Романа Синеговского. И они всегда вызывают положительные отклики у населения. В дальнейшем подобные выезды будут продолжаться. Тина Копачевская, Михаил Варгулев. Программа «События».